여러분 안녕하십니까? Здравствуйте. 우리 다시 마태복음 제 26장 말씀을 나누겠습니다. Мы будем продолжать говорить через 26 главу Евангелия от Матфея. 오늘 36절 말씀도 좀 읽겠습니다. И сегодня я прочитаю с 36 стиха. 예, 예수께서 제자들과 함께 겟세마네를 하는 곳에 이르러 제자들끼리 이르시되 내가 저기 가서 기도할 동안에 너는 여기 앉아 있으라 하시고. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду помолюсь там. Петрова Себеде ту адель дерегу ашесе, гоминаго, слпуаса, ие марсум, не маами сими гони чукке деосни, ныне йоги му нава хамке кео исра хашиго. И взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». «Чоум наагаса лгурэл танге дэши обдорю кидуай гарасаде, абузе маанил халман хашигадын, ижан лэгэзэ синагаги хаопсусо, кэнэ наэ вондра маопсу, абузе вондра хаопсусо хаго». И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, но не как я хочу, но как ты». 여러분 아는 대로 성경은 예수님에 대한 이야기를 하고 있습니다. Как вы знаете, Библия рассказывает об Иисусе. 예수님의 어떤 그 외형뿐 아니라 그 마음에 있는 걸 충분히 표현하고 있는데요. И не только внешние вещи, но и то, что было в душе Иисуса, описывает Библия. 우리가 예수님 육체를 입으시기 전에 예수님 육체 없이 사시는 시대가 있었습니다. Было время, когда Иисус Христос жил без тела. 그러나 우리가 육체를 갖게 되므로 말 육체로 말미암는 어려움들이 굉장히 많습니다. Но на самом деле имея это тело мы получаем очень много трудностей. 육체는 잠도 자야 하고. Во-первых, нужно спать для тела. 밥도 먹어야 하고. Нужно есть. 또 피곤하기도 하고. Иногда ты устаешь. 먹고 싶은 욕망도 있고. Порой появляется желание что-то есть. 정욕의 이끌림을 받고. Какие-то искушения начинают нас вести. 그런 육체 안에 있는 사람이 느끼는 고통이나 괴로움이 굉장히 많습니다. Да, многие есть трудности и условия, которые требует это тело. 그래서 우리가 이 육체 때문에 항상 육체의 즐거움, 육체의 편, 육체의 소욕들이 끌기 때문에 하나님 말씀을 따라갈 수 없는 거죠. Поскольку это тело хочет, чтобы мы шли за наслаждениями плоти, поэтому мы не можем постоянно слушать слово Бога. 예수님께서도 하나님 귀한 뜻을 이루게 이 땅에 오셨습니다. Иисус Христос пришел на землю, чтобы исполнить драгоценную волю Бога. 근데 이제 예수님 당신이 육체 안에서 잠시 후에 육체가 당할 그 고통, 십자가와 가시관 이런 걸 생각하면 예수님 마음에 근심이 되지 아니할 수가 없었습니다. Но когда Иисус думал о тех страданиях и мучениях, которых его ждут в дальнейшем, о кресте, он не мог просто в спокойствии находиться. 그러나 예수님은 기도를 하십니다. 아버지 할 만 하시거든 이 잔을 내게서 지나게 하옵소서. Иисус молится, Отче, если возможно, доминует эта чаша передо мною. 이제 예수님은 그 하나님의 뜻 안에서 육체 그 고통을 피하고 싶었습니다. Иисус, находясь в плоти, он хотел избежать это страдание плоти. 예수님은 하나님의 뜻을 거스려가면서 육체의 편함을 갖고 싶지는 않으셨습니다. Но Иисус не хотел идти против воли Бога и получить какое-то спокойствие. 그래 말씀은 그러면 내 원대로 말고 아버지 원대로 되기를 원하나이다. Поэтому Иисус говорит, впрочем, не как я хочу, но как ты хочешь. 예수님이 고민하고 슬퍼하실 근심한 이 근심 우리의 똑같이 있습니다. Это переживание, это сомнение у нас также присутствует. 왜냐하면 성경은 육체의 소욕은 성령을 거저 성령에서 육체를 거스린다고 말하고 있습니다. Потому что Библия говорит, что плотской противится духу, а духовный противится. 그 때문에 우리가 육체를 따라 흘러가면 항상 고통스럽고 하나님을 거스릴 수밖에 없습니다. Если мы будем следовать за плотью, мы всегда будем противиться Господу Богу. 이제 예수님께서 십자가 아래서 이런 고통하는 이 사실을 십자가 앞에 두고 우리에게 참 좋은 교훈으로 가르쳐 주는 것입니다. И через то страдание, которое Иисус должен понести на кресте, Иисус Бог дает хороший урок нам. 전에 말씀드렸지만 마귀는 예수님을 시험했습니다. Как я в прошлый раз говорил, сатана искушал Иисуса. 내게 엎드려 절하면 십자가를 지지 않아도 된다고 말하고 있습니다. Говорит, что если ты мне поклонишься, тогда тебе не надо нести крест. 예수님은 하늘과 땅의 모든 권세를 얻었다고 하는데. Потому что говорит, Иисус приобрел власть над небом и землей. 마귀는 그냥 내게 절하면 십자가 지지 않아도 그 권세를 얻을 수 있어. 그렇게 말하고 있는 거죠. 아, сатана говорит, что если ты поклонишься мне, тогда я тебе дам эту власть без этого страдания. 예, 그렇게 하려면 하나님의 귀한 뜻을 저버리고 하나님 불순종해야만 가능한 것입니다. Но для этого нужно не послушаться Господа Богу и поклониться. 예, 예수님이 이 고난을, 이 아픔을, 이 슬픔을 감당하심으로 말미암아, 잔을 마심으로 말미암아
온 인류를 구원하고 하나님 영광에 앉는 귀한 하나님의 자녀가 된 하나님의 아들로 인정이 되는 겁니다. Но Иисус получил признание драгоценного Сына Господа Бога через то, что Он принял эту чашу страданий, через то, что Он пережил все это.그 너희 안에 이 마음을 품어라 곧 그리스도 예수의 마음이니. 이 говорит, вот вам душа, душа Иисус Христа. 제가 하나님과 동등되시나 동등됨을 취하고 여기지 않아요. 오히려 자기를 종의 형체로 대해서 который не почитал себя Богом, но принял себя за меньшего. 죽기까지 복종하고 십자가에 죽으심이라고 성경은 이야기하고 있습니다. 이 до смерти он послушался и послушание он подчинил себе Богом. 예수님은 그 십자가의 고난을 당하심으로 말미암아 Иисус Христос через то, что он понес это страдание на кресте. 우리를 구원하시고 정말 놀라운 하나님의 영광의 뜻을 이루는 일을 행하셨습니다. Он спас нас и совершил драгоценную волю Господа Бога. 우리도 여러분 하나님의 뜻을 행하려고 하면 если мы также хотим исполнять волю Бога. 무엇보다도 우리가 이제 육신의 이런 고통 그런 걸 우리 겪을 때가 있습니다. Порой бывает, что мы получаем какие-то плотские страдания. 예수님은 어떻게 그 십자가의 고난을 이기셨습니까? Но как Иисус мог преодолеть это страдание? 예수 어떻게 그 고통을 견디셨습니까? Скажите, как Иисус мог вытерпеть все это? 예수 그 고통을 견디므로 그 고난을 이기므로 말미암아 십자가로 승리하셨습니다. 이수스 크리스토스 через то, что он вытерпел это страдание и это мучение, он смог приобрести победу. 우리에게도 잠시 육신의 쾌락이 점점 우리 마음을 사로잡아서 영원한 멸망으로 가는 사람 얼마나 많은지 모르죠. Да, действительно, очень много существует, которых мы не знаем, но которых наслаждение плоти привело к гибели. 여러분, 우리가 이 성경을 읽어보면은 아주 놀라운 사실은 예수님의 마음을 갖는 것하고 내 생각과는 굉장히 차이를 얘기해 주고 있습니다. Знаете, когда мы читаем Библию, удивительно, что есть большая разница, когда мы имеем наши мысли и мысли Иисуса. 우리가 그 38년 된 병자 대 이야기 정말 많이 하는데요. Я очень часто говорю о человеке, который болел 38 лет. 왜냐하면 그 말씀은 저에게 굉장히 놀라운 지혜를 그리고 뜻을 가르쳐 주고 있습니다. Потому что это слово даровало мне большой смысл, большое учение. 38년 된 병자가 어느 날 베데스다 연못가에 누워 있었습니다. Человек, который болел 38 лет, он лежал однажды в купальне Вифезда. 이 병자는 자기 육체에 나오는 육신의 소욕대로 한 평생을 살았습니다. Этот человек всю жизнь жил за своими плотскими вещами. 한 번도 자기 육체를 거슬려 보지 않았습니다. Он ни разу не противился своему плоти. 육체가 보여주는 그대로를 따라 살았습니다. Все, что ему показывала плоть, за этим он следовал и 그는 жил. 자기가 뭐가 잘못된 줄을 잘 몰랐습니다. И он не знал, в чем его проблема. 어느 날 그는 예수님을 만납니다. Но однажды он встретился с Иисусом. 예수가 38년 된 병자에게 말을 하죠. Иисус говорит человеку, который болел 38 лет. 내가 낫고자 하느냐? Хочешь ли быть здоров? 주여 물이 동할 때 나를 못에 넣어주고 다른 사람, 내가 동안에 다른 사람 먼저 내려가나이다. Да, Господи, но нет человека, который бы бросил меня в воду при возмущении воды. Прежде чем я вхожу, другой входит в воду. 예수님 병자에게 말씀하셨습니다. Тогда Иисус сказал этому больному. 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. Встань, возьми постель твою и 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 그랬어요. Встань, возьми постель твою и 이제 지금까지 병자는 한 번도 자기서 일어난 생각을 끊거나 그걸 거부해 본 적이 없었습니다. Этот человек, он ни разу до этого момента не шел против своих мыслей и не ломал свои мысли. 자기 육신의 욕구들은 그 욕구를 따라 살고 육신의 욕망을 따라 그 인생을 살았습니다. Он просто следовал за своими мыслями, за своими потребностями. 근데 처음으로 예수님을 만나게 됐고 Но он впервые встретился с Иисусом. 예수님 말씀하셨습니다. И Иисус сказал 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. Встань, возьми постель твою и 이지. 자, 이제 이 병자가 예수의 말씀을 듣고 Смотрите, это больной человек, услышав слово Иисуса, Сенген 처음으로 자기서 이런 생각에 반발하고 자기서 이런 생각을 거스리는 겁니다. Сейчас он впервые борется со своими мыслями. 생각은 여전히 이야기합니다. Мысли продолжают ему говорить. 너는 걸을 수가 없어. Нет, ты не можешь ходить. 넌 정말 못 걸어. Ты не сможешь ходить. 네 다리가 다 말랐어. Смотри, твои ноги иссохли. 네가 어떻게 걸을 수가 있어? Тогда скажи, как ты можешь 그건 ходить? 불가능해. Это невозможно. 생각해봐. Сам подумай об этом. 말도 안 돼. Это невозможно. 예수님 이야기 들으면 안 되는 거야. Нет смысла слушать слово Иисуса. 그냥 마음에 그 마음이 일어났어. У этого человека появились такие мысли. 근데 그날은 병자가 다른 날과 달랐습니다. Но в тот день его состояние души отличалось. 왜 그날은 그는 예수님을 만났기 때문에. Почему? Потому что он встретился с Иисусом. 예수님의 음성을 들었기 때문에. Он услышал голос Иисуса. 지금 그 병자의 마음 안에 육신의 소욕이 늘 병자의 마음을 지배하고 있었어. Да, до сих пор мысли этого человека держали полностью его.
굉장히 마음에 자기 생각을 거스릴 만한 힘이 없었습니다. И у него не было силы, чтобы победить эти мысли плоти. 장소에는 생각 그대로 살았습니다. Он просто следовал за этими мыслями и жил. 그가 예수님 말씀을 듣고 난 뒤부터 Но после того, как он услышал слово Иисуса, 처음으로 자기 자신을 돌아보는 겁니다. Он впервые посмотрел на себя. 그래, 내가 한편 지금까지 내 생각만 따라 살았다. Да я всю жизнь до сих пор следовал только за своими мыслями и жил. 내가 내 생각 따라 산 결과가 뭐야? Но какой результат был такой жизни? 내가 뭐 잘 된 게 뭐야? Разве у меня что-то получилось 내가 хорошо? 내 생각 따라 산 결과 이 더러운 경자였고. Да то, что я следовал за своими мыслями, в конце концов ждал этот жизнь больного. 내가 이렇게 비참한 인생을 살잖아. Я ведь живу такого жизнью такого жалкого человека. 나 이제 네 생각 너 안 따라갈 거야. Эй, мои мысли, я больше не буду за вами следовать. 내가 너를 내 생각 너를 따라 그 생각 네가 나에게 준 게 뭐야? Из-за того, что я следовал за вами, что вы мне дали? 병든 몸, больное тело, 말라 빠진 다리, ноги, которые иссохли, 배고픔, то, что я голодаю, 더러운, грязь эту, 이런 비참함, эту жалкую жизнь вы мне дали. 내가 내 생각 따라 결과 이것밖에 내 생각 나에게 준 게 없잖아. Это все, что осталось за тем, что я следовал за своими мыслями. 내 생각 따라 결과 이게 정말 추하고 더러운 것밖에 없잖아. Да, результат того, что я следовал за своими мыслями, такое грязное и скверное. 내 생각 대답해봐. Мои мысли, ответьте мне. 내가 그래도 네 말을 따라야 돼. Неужели все равно я должен следовать за вашими словами? 삶을 줬는데 Вы ведь мне даровали такую жалкую жизнь. 그래서 내가 너를 따라야 하느냐 말이야. Но неужели мне все равно надо следовать за вами? 나 이게 이 사람 정말 싫어. Да мне вот это очень не нравится. 내가 왜 이런 삶을 얻게 됐어? Почему я приобрел такую жизнь? 내 생각을 따라 산 결과 아니야? Это ведь результат того, что я следовал за своими мыслями. 네가 나에게 줄 수 이것밖에 더 있어? Разве кроме этого вы можете что-то дать лучше? 결국은 내 비참 멸망으로 갈 거 만들 거 아니야? Вы же хотите, чтобы моя жизнь в конце концов пришла к жалкой смерти? 그래서 내가 네 말을 들으란 말이야. И вы все равно хотите, чтобы я следовал за вами. 내 생각아 대답해봐. Мои мысли, ответьте мне. 그래서 내가 네 말을 들어야 돼. Неужели я должен все равно слушать вас? 그래서 내가 너를 따라야 돼. Неужели должен я следовать за вами? 나는 진절 머리가 나. Да, вы уже надоели 나 이상, мне. 이상 내 말 따르고 싶지 않아. Больше я не хочу следовать за вами. 나 이상 너 이렇게 살고 싶지 않아. Теперь больше я не хочу жить таким образом. 오늘부터 저분 예수님 말씀 따라갈 거야. Поэтому с сегодняшнего дня я буду следовать 네 за Иисусом. Я буду противиться 네 вам. 네 말 안 들을 거야. Я не буду вас слушать. 예수님을 따라갈 거야. Я буду следовать за Иисусом. 마음 안에서 이야기합니다. Да, душа его говорит. 뭐라고? 네가 예수님을 따른다고? Что ты говоришь, ты будешь следовать за Иисусом? 그게 말이 될 말이야. Ты думаешь, это возможно? 너 자리도 걸어가라 하셨는데. Он говорит, встань, возьми постель твою и ходи. 야, 걸어갈 수가 있어. Ты думаешь, что ты сможешь ходить? 네 다리가 어떤지 알지? Ты же ведь знаешь, какие у тебя ноги. 네 병이 얼마나 중요한지 알지? Ты же знаешь, насколько у тебя серьезная болезнь. 네 그 마음 가지고, 그 몸 가지고 저분의 말대로 걸어갈 수 있단 말이야, 자리를 들고. Но ты думаешь, что с таким телом ты сможешь действительно по его слову ходить? 말도 안 돼. О чем ты говоришь? 그냥 주저앉아. Да, лучше посиди. Я нуаиса. Ложись лучше. Я ноя. Вот это есть ты. Я ноя. Это есть настоящий ты. Нуаинго. Тот, который лежит. Гендонго. Тот, который болеет. Я ноя. Тот, который грязный. Это есть ты. Хансо, кое не умение. Это есть твоя судьба. Да ну ирки да пел. Хансо, нуаиса да. Смотри, ты ничего не можешь делать, ты должен лежать. 이게 걸어갈 수 있다고? Что ты можешь ходить? 생각 네가 걸어갈 수 있다고 생각을 해? Серьезно думаешь, что ты сможешь ходить? 그 다리 가지고. С такими ногами. 말도 안 돼. Да быть такого не может. 경자가 생각했습니다. Этот больной подумал. 야, 내 생각아. Эй, мои мысли. 네 말 참 맞는 것 같다. Да ты действительно говоришь правду. 근데 네 말 따라가서 결과가 뭐야? Но какой результат ждал того, что я следовал за вами, мои 네가 мысли? 네가 내게 준 건 네 병든 몸. Все, что вы дали, это больное тело. 더러운 거, 비참한 거. Грязь, жалкая жизнь. 절망적인 거, 고통스러운 거. Отчаяние, страдание. 그것밖에 없잖아. И голод. Кроме этого ничего не было. 나 오늘 주인을 바꿀 거야. Я сегодня поменяю моего хозяина. 예수님으로. И теперь Иисус. 나 이제 내 말 안 듣고 저 예수님 말씀 한번 들어볼 거야. Я буду не слушать вас, я буду слушать Иисуса. 난 망하더라도 저 예수님 말씀 따를 거야. Даже если я потерплю крах, я буду следовать за Иисусом. 네 말 안 들을 거야. Я не буду вас слушать. 내 생각은 물러가. Мысли мои, уйдите от меня. 난 예수님 말씀 따를 거야. Я буду следовать за словом Иисуса. 네, 예수님 날 보고 일어나라 그러셨지. А Иисус говорит, встань. 자리로 걸어가라 그랬죠. Говорит, поспи, возьми и ходи. 예, 말만 들어 너무 놀랍습니다. 나 только слова такие удивляют меня. 내가 자리를 들어 걸어가다니요. 너무 놀랍지요. Я смогу встать и взять постель и ходить. Удивительно. 예, 예수님 나 그렇게 되기를 원합니다. Да, Иисус, я желаю быть таким. 나 그렇게 따르고 싶습니다. Я хочу следовать за вашим словом. 당신의 말씀을 따르고 싶습니다. Я хочу следовать за вашим словом. 병자 일어나기 시작했습니다. И больной человек начал вставать. 예수님 말씀이 놀랍게 그 마음에 힘을 줬고. И слово Иисуса удивительным образом дало силу его душе. 그리고 그 다리에 힘을 주고. Даровало силу его ногам. 자리를 들고 일어나서 걸어가게 됐습니다. И он смог встать, взять постель и пойти. 사랑하는 여러분.
Дорогие телезрители, 예수님께서 겟세마네 동산에서 많은 고난을 겪으셨습니다. Иисус находясь в Гефсимане, он потерпел много страданий. 앞으로 많은 너무 두렵고 두려웠습니다. Ему было очень страшно, думая о том, что будет в дальнейшем. 근심이 들었습니다. Да большое сомнение пришло в этот момент. 그렇지만 예수님은 그걸 포기하고 싶지 않았습니다. Но Иисус не хотел на этом сдаваться. 예수님 말씀을 정말 예수님은 하나님의 뜻을 따라서 가기 시작했어요. Иисус начал следовать за волей Господа Бога. 자기 육체는 정말 그 십자가를 지는 게 너무너무 고통스러운데. Да, плоть очень не хотела принимать этот крест. 생각만 해도 두려운데. Потому что от одной мысли уже страшно становилось. 근데 그 육체를 따라가지 아니하고. Но Иисус не следовал за плотью. 하나님의 뜻을 따르게 됐습니다. А он следовал за волей Бога. 예수님 말씀하십니다. Иисус говорит. 아버지 할 수만 있으면 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. Отче мой, если возможно, доминует чаша сия. 내 원대로 말고 아버지 원대로 되길 원합니다. Впрочем, не как я хочу, но как ты. 아버지 나에게 은혜를 베풀어 주옵소서. Да, пожалуйста, Господь, ты, отец, ты помилуй меня. 예수님은 예수님 안에 있는 육신의 그 고통, 육신의 그걸 다 이기셨습니다. Именно поэтому Иисус преодолел все эти страдания плоти. 예수님 마음 안에서 자기 예수님 당신의 생각과 하나님의 뜻이 있었는데. Да, у Иисуса была воля Господа Бога и его мысли. 예수님의 마음은 이 고난을 피하는 것, 이 잔을 지나가게 하는 걸 원하셨습니다. Мысли Иисуса хотели, чтобы миновал этот час. 예수님 분명히 말씀, 아버지 내 원대로, 아버지 원대로 되게 하나. Но Иисус точно говорит, впрочем, не как я хочу, но как ты. 예수님은 당신 예수님 자신의 육체 원대로 가지 아니하고 아버지 원대로 했습니다. Иисус последовал не по своей воле, а по воле Отца. 예, 십자가를 이제 많은 고통이 있었지만 Иисус взял крест и было очень много страданий. 하나님 예수님 그 십자가의 고통을 이길 힘을 주었습니다. Но Иисус Бог даровал ему силу, чтобы преодолеть это страдание. 십자가의 못이 박히고 когда его распяли на кресте, 가시관을 쓰시고 когда терновый венец надели на него, 맞으시고 когда избивали плетью, 말로 다할 수 없는 고난과 고통을 겪었습니다. Неописуемое страдание и мучение он перетерпел. 하나님께서 그 이길 힘을 주셨습니다. Но Бог даровал ему силу преодолеть все это. 여러분 하나님은 우리 앞에는 많은 고난이 있지만 그 고난을 이길 힘을 주시는 것입니다. Перед нами есть много страданий и мучений, и Бог нам дает силу, чтобы преодолеть их. 하나님은 슬픔을 나 슬픔을 이길 힘을 주시고. Хотя стоит печаль, но дает силу, чтобы мы могли победить печаль. 두려움을 나 두려움을 이길 힘을 주시고. Хотя есть страх, но дает силу, чтобы мы могли преодолеть страх. 유혹을 만 유혹을 이길 힘을 주시고. Есть соблазны, Бог дает силу, чтобы мы их могли преодолеть. 하나님은 한 번도 감당할 만한 힘을 안 주신 때가 없습니다. Ни разу не было, чтобы Бог не давал силы, чтобы можно было преодолеть трудность. 예, 예수님은 그 십자가를 지고 하기에 합당한 하나님 마음을 얻고 그 고난을 이길 만한 힘도 하나님께로 얻었습니다. Иисус получил не только душу, но также силу, которую может получить преодолеть это страдание. 그래서 하나님 뜻대로 십자가에 못 박히시면서 поэтому по воле Господа он пошел на крест. 우리를 죄에서 구원한 놀라운 뜻을 이루신 것입니다. И исполнил удивительную волю Отца, чтобы спасти нас. 생각해 보면 하나님 은혜가 얼마나 큰지 말로 다 할 수가 없습니다. Когда я думаю об этом, я словами не могу описать, насколько удивительно. 예수님의 십자가의 고난을 이길 힘을 주시고. Бог даровал силу Иисусу, чтобы преодолеть это страдание. 십자가를 두려워하지 아니하시고. Чтобы он не боялся креста. 하나님의 귀한 뜻을 이루고 만 인류를 죄에서 구원하신 것처럼. Как Иисус спас все человечество от греха. 때때로 예수님 우리를 끌어온 우리 앞에는 고통이나 괴로움을 당케 하실 때가 있습니다. Порой бывает, что в нашей жизни мы терпим какие-то трудности. 예수님 그 고통이나 괴로움을 당케 하실 때 그걸 이길 만한 힘을 주시고. И каждый раз, когда появляется такая трудность, Иисус дает нам силу преодолеть. 분명히 그걸 이기고 나의 부족함이 없도록 힘을 주셔서 어려움 없이 그 고난을 이기도록 이끌어 가시는 게 너무너무 놀랍습니다. И точно удивительно, как он ведет нас с такой силой, которую можем преодолеть эту трудность. 여러분 예수님 십자가 앞에서 머물면서 знаете, Иисус, стоя перед крестом, 아버지, 할 수만 있으면 이 잔 내게서 옮기기를 원하나이다. Он говорил, отче мой, если возможно, доминуть сия чаша меня. 근데 예수님이 그걸 당하려고 했을 때, когда Иисусу нужно было потерпеть это, 한 십자의 고통을 이길 만한 힘을 하나님은 예수님에게 주셨습니다. Бог даровал Иисусу силу, которая может победить крест. 십자에 못 박혀 죽으신데 죽음을 이길 힘도 허락하셨습니다. И также даровал ему силу, которая может победить смерть. 얼마나 놀랍습니까? Разве это не удивительно? 십자에 못 박혀 죽었다가 삶을 부활했을 때, когда он умер на кресте и потом воскрес через 3 그 놀라운 영광, 그 큰 은혜 어떻게 말로 다 할 수가 있겠습니까? Удивительную славу и милость, которую он получил, разве можно описать словами? 정말 복되고 복된 일이 아닐 수가 없습니다. Это было действительно удивительно и большое благословение. 예수님 십자가에서
다시 못 박혀 살 만한 부활하시는 영광은 없는 것입니다. Да Иисус приобретает славу, воскреснув через три дня после распятия. 십자가 바르면 얼마나 슬프고 고통스러운지 모릅니다. Когда мы смотрим только на крест, это очень печально и грустно. 부활의 영광을 바라보면. Когда мы смотрим на славу воскресения. 그 몸을 이길 만한 힘을 주님을 생각하면. Когда мы думаем о Господе, который даровал силу, чтобы все это преодолеть. 여러분, 십자가 하나도 어렵지 않을 겁니다. Тогда не только крест, это не проблема. 예수 38년에 걸어가라고 할 때 걸어갈 힘을 주신 것처럼. Как Иисус даровал силу человеку, который болел 38 лет, чтобы он мог ходить. 십자가를 질 때 십자가를 이길 힘도 주시고. Также когда он берет крест, Бог дает силу, чтобы победить, нести этот крест. 슬픔을 이길 만한 힘을 주시고. Если дает печаль, тогда дает силу, чтобы преодолеть эту печаль. 하나님 능력을 우리에게 주시는 걸 알 수 있어요. Мы точно можем знать, что Бог нам дает силу. 생각하면 할수록 하나님 아버지 앞에 감사한 것입니다. И когда я думаю об этом, я очень благодарен перед Отцом нашим Господом. 예, 예수님이 십자가를 지러 가기로 마음을 먹었습니다. Иисус решил в душе, что он будет нести крест. 여러분들도 이 말씀을 깊이 기억하시기 바랍니다. Также я желаю, чтобы вы глубоко помнили это слово. 여러분이 예수님처럼 하나님 뜻을 가려고 할 때, когда вы будете пытаться исполнить волю Господа Бога Отца нашего, 말로 다 할 수 어려움이나 고난이 두려움이 있어 두려웠는지 모릅니다. Может быть, неописуемый страх или трудности станут перед нами, что нам будет страшно. 그러나 여러분들 두려워할 때 두려움이 여러분을 두렵게 합니다. Когда вы боитесь, тогда страх вас мучает. 그러나 여러분 두려워하지 말고 주님 주신 힘을 생각한다면. Но если вы будете не бояться, а помнить силу, которую дает нам Бог. 전혀 두렵지 않고 믿는 믿음의 힘을 가지고 모든 이기고 하나님의 속에 될 줄을 확실히 믿습니다. То я точно верю, что мы не будем бояться, мы сможем нашей силой, которую Бог нам дал, мы победить. 생각해보면 주님 그 모든 이길 힘을 우리에게 주시죠. Потому что если мы подумаем, Бог всегда нам дает силу преодолеть все тяжести. 그 영적인 사람들은 поэтому духовные люди, 주님 고난을 당해도 когда плотские трудности их мучают, 전혀 고통스럽지 않다는 거죠. Они совсем не страдают из-за этого. 제가 그 복음은 철의 장막 저 리차드 그 브라 죄송합니다. 범블란드에 가는 글을 읽었습니다. Да, я немного читал о Бомбланде. 리차드 범블란드라는 사람이 루마니아에 사는 사람입니다. Ричард Бомблен, он родился в Румынии. 그분은 이렇게 간증을 했습니다. И он написал такое свидетельство. 루마니아에는 1,300개의 마을이 있는데. А в Румынии есть 1,300 деревни. 그 300개 마을 가운데서 아주 조그만한 마을이 하나 있어요. Из них есть одна маленькая деревня. 이제 범블란드 내외가 이제 그 리차드 범블란드 내외가 그 루마니아의 마을에 여행을 하게 됐어요. И супруги Ричарда Бомблера, они путешествовали в эту деревню. 무엇인지 알 수 없는 어떤 산골짜기 자기를 끌어갔습니다. Да, их вела дорога, которая ведет к горе. 그때 이제 그는 어떤 위에 있는 조그만한 집에 문을 두드렸어요. И потом он увидел маленький домик и постучался туда. 노 부부가 나왔는데. И пожилые супруги вышли оттуда. 범블란드 내외가 이야기를 했습니다. И супруги Бомбленда сказали. 우리는 여행 중인데 잠잘 때 오늘 밤 좀 재워 주시겠습니까? Мы путешествуем и нам некуда идти. Можете нас пустить на наш лег? 그 부부가 노부부가 그들을 방으로 안내했습니다. И пожилые супруги пустили их домой к себе. 그 범블란드 내외 그 노부부는 지난 오랫동안 하나님께 기도를 했었습니다. 이 эти пожилые супруги они долгое время молились перед Богом. 하나님 우리는 일생 동안 하나님을 섬겼습니다. Господи, мы всю жизнь служили тебе. 우리가 죽으면 하나님께서 우리에게 상을 주실 줄 믿습니다. Да, мы верим, что когда мы умрем, ты нам вознаградишь нас. 근데 하나님 저희들은 하늘나라 말 이 땅에서도 상을 받고 싶습니다. Но мы не хотим получить награду только в небесах, но и здесь. 근데 예수님 유대인으로 나셨으니까. 바스카 예수스 родился иудеем. 난 우리 부부가 전도해서 한 유대인 한 분을 구원받도록 인도해 주십시오. Пожалуйста, помилуйте, мы могли передать слово и один иудей через нас, чтобы получил спасение. 그것이 주님께 내게 주신 상인 줄로 확실히 알겠습니다. И это мы точно поверим, что это награда твоя. 하나님 우리 마을에는 유대인이 없습니다. Но в нашей деревне нет иудеев. 우리는 유대인을 찾아서 나갈 만한 너무 늘그때 힘도 없습니다. Но мы также пожелали, чтобы идти куда-то и чтобы искать иудеев. 유대인 한 명을 우리 집으로 보내십시오. Пожалуйста, одного иудея пришли к нам домой. 오 부부가 오랫동안 그렇게 기도해 봤어요. И эти пожилые супруги долгое время молились. 네, 리차드 범블란드 내외가 그 집의 문을 두드리게 됐습니다. И Ричард Бомблер, он постучался в их дом. 무엇인지 알 수 없는 어떤 힘이 그들을 걸로 끌고 왔습니다. Какая-то неизвестная сила вела их туда. 그래서 만났을 때 이제 도로 들어갔습니다. И они встретились, вошли в дом. 이야기를 하다 자기가 유대인이라고 이야기했습니다. И когда беседовали, он сказал, что он иудей. 그 노부부는 눈물을 흘리며 어떡할 줄을 몰랐어요. Знаете, пожилые супруги, они плакали и не знали, что делать. 그날 밤 그들은 잠을 잤고. И вечером они ложились спать. 그날 아침에 리차드 범블란드 내외가
부부에게 복음을 들었어. 아, утром супруги Ричарда Бумблина услышали Евангелие от пожилых 그래가지고 семей. 그는 구원을 받았습니다. И так он смог получить спасение. 그리고 그 복음을 위해 살게 된 것입니다. И он начал ради Евангелия жить. 근데 그들이 굉장히 많은 신앙의 핍박을 당했는데. Да, у них были очень сильные гонения в духовной жизни. 이제 거꾸로 매달아 놓고 이제 주전자에다 고춧가루 물을 코에다 붓곤 했습니다. Их повесили вверх ногами и набрав воду с перцем наливали в нос. 리차드 범블랜드가 이야기를 합니다. И Ричард Бомблер говорит им. 하루는 이제 거꾸로 매달 딱 매달도 고춧가루 물을 붓던 또 바로 세우더라고. Да, однажды их повесили вверх ногами и лили воду с перцем, а потом поставили на брата. 뭐가 잘못됐나 싶었는데. Подумали, может что-то странное произошло. 시계를 보니까. Потом посмотрели на время. 금방 이렇게 누웠다가 이제 거꾸로 매달 바로 서는 것 같은데 두 시간이 지났습니다. Казалось бы, что только что они их повесили, потом отпустили, и два часа прошло. 하나님 그런 마음으로 그 고통을 이길 수 있도록 허락해 주셨다는 것입니다. Таким образом, Бог помиловал, чтобы они смогли преодолеть трудности. 하나님 예수님 십자가에 못 박히는 그 길을 선택하셨을 때. Иисус, когда избрал путь распятия. 그 고통을 이길 만한 충분한 힘을 그에게 주었습니다. Бог даровал ему достаточно силы, чтобы преодолеть это. 우리도 하나님의 복음을 위해 달려가면. Даже и мы, когда мы будем бежать к Евангелию. 고난도 오지만 그걸 이기에 충분한 하나님이 힘을 주고 그 점 기쁨을 주실 줄 믿는 것입니다. Я точно верю, что Бог дарует нам силу и радость, чтобы преодолеть эти трудности. 근데 우리가 두려워서 고난이 두렵고 슬픔이 괴로워 두려워서 십자가를 지지 못하는 경우가 많이 있습니다. Но очень часто бывает, что из-за того, что нам страшно, мы не можем нести крест. 근데 우리가 이제 복음을 향하여 주님 말씀 믿고 십자 앞에 담대히 나아가면 Но если мы будем веровать в Господа Бога и бежать к кресту смело с дерзновением. 하나님이 그걸 이길 만한 힘을 주시고 우리 은혜와 축복을 더하여 주실 줄로 믿는 것입니다. То я точно верю, что Бог нам прибавит силы, чтобы преодолеть эти трудности. 물론 우리가 고난 앞에 시련 앞에 서면 두렵고 싫어지는 마음이 있습니다. Да, конечно, когда мы ставим перед трудностью или испытанием, нам не хочется. 예수님도 그러하셨습니다. Также было и Иисусу. 하나님 분명히 이를 만한 힘을 주시는 것입니다. Но Бог точно дает силы, чтобы преодолеть все это. 힘을 가지고 이기고 하나님을 섬기면. Если мы приобретем эту силу и будем служить Богу. 하나님 이걸 감당할 부족함이 없도록 은혜와 긍휼을 베푸실 줄로 확실히 믿는 것입니다. Я точно верю, что Бог помилует, что у нас не будет недостатков преодолеть эти трудности. 여러분도 이러한 귀한 삶이 여러분께서 이루어지게 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы в вашей жизни подобное драгоценное дело 감사합니다. произошло. Спасибо. 다음 시간에 뵙겠습니다. До новых встреч. 여러분 다음 시간까지 여러분 안녕히 계십시오. До свидания. 감사합니다. Спасибо.